Всем привет, это будет бой сейчас в Франкфурт Грилла, матч бэкстейдж. I promise you can stay, I'm making go away. Так, не знаю, как будет сделано бэкстейджи, но 12-е они были убоги. Так, жесть, началось. Ну да, стритфайт. Так, блин, жесть, какие удары. Так, наверное, об машину можно кидануть. Вот так. Да. Так. Так. На. Я не знаю, будет ли этот бой долгим. Все-таки это... Матч такой у нас идет. Бэкстейдж брол. Так. Ну хоть походить можно, слава богу. Так, а зачем он бьет что-то? Ух ты. Хорошо. На. Ну, вот так закидывать, в принципе, забавно так. Пошли, пошли, пошли. Он атакует. Спины Годфазер. Ага, Грел контратакует. Опять. Закидываем, надеюсь, это еще не конец. Нет. На. Жесть, конечно, там одни из тех же удары делают. Ну ладно, идем дальше. Идем. Так. Ах ты. Да, в 12-й можно было и туда вот выйти. Так. Годфазер пытается противостоять Гангрелу. Экстрим Рулси. Точнее, бэкстейдж. Жесть, больновато кинул, видимо. Жесть, апперкот такой. Ну, хоть что-то интересное получилось. Так. Фу на вас. Отлично. Идем дальше. Дальше дойти. Идем. Апджек. Неплохо. Приемы пошли из рестлинга. Пик. А, тут пинить надо еще. Интересно. В общем, тут на пин. У нас идет бой. На удержание в прошлой части. Там до нокаута это было. А тут вот на пин. Ну, нормально. Так, автомат другой тут. С водой. Ух ты. Разбиваются предметы. 12 такого, по-моему, не было. Что вот так вот валится предмет. Там, по-моему, такого не было еще. Так. На. Пошли, я не буду тебя бить об стенку. Так, ну на арену выйти, конечно же, нельзя. А, тут вообще скорая должна стоять. Не видим. К сожалению. Вот выход на арену, в принципе, да. Так. Ой-ой-ой. Не уйти. Вот Годфазер все-таки начинает сбивать, вот летают предметы, да, в прошлой части такого не было. Что-то не летает. Может быть, его взять можно? Нет, как в прошлых частях, как стареньких. Сейчас проверим. Ни хрена себе. Бомбит. Арена. А! Так, ну надо MPLR DDT делать, плентат! Так, это все, да. Это конец. Нокаут. Вот такой вот бэкстейдж матч в игре. Не знаю, сколько он шел, наверное, силы минуты 2-3.